Ну, подобное трюкачество едва не стоили жизни цирковому артисту в Кемерове. Мотоциклист из цирка Шапито Демидовых сначала успешно выполнял трюки. Около минуты он, как положено, крутился внутри металлического шара. Но в какой-то момент байк перестал слушаться, улетел в сторону. Артист упал, сверху на него мотоцикл. Зрители сначала испугались, но администрация цирка всех успокоилась. Ведь артист жив и здоров и уже готовится к новым выступлениям.